Добрый день. Сегодня у нас Toyota Mark 2, 3 литра, бензин, автомат. Меняем топливный фильтр. Автомобиль 98 года. Топливный фильтр находится снизу, с левой стороны. Вот он. Меняется он просто. Кронштейн держится болтиком на 10, головочка на 10, болтиком 6. Откручиваем два штуцера и меняем фильтр. Фильтр мы будем использовать фирмы Kita. 6042, GN6042. Сейчас открутим и меняем. Так, ну что, откручиваем. Оставляем крепление. Бензин какой-то ядовито вонючий. Еще говорю, что она берем смесь, но любит реактивы всякие добавлять туда. Грязи с него ливануло с фильтра. Немножко осталось. Так, ну что, все, фильтр заменили. В старом было очень много грязи, сейчас покажу. Вот так вот он сделал. Это с фильтра. Фильтр еще японский стоит, оригинальный. Судя по всему, он не менялся 1000 лет. Ну какая кака с него течет, вы видите. Ладно. Все сделали, что собирались. Всего вам доброго.